Дорога по улице Шилова. Долгие годы читинцы ждали ее преображения и просьбу услышали. Старое полотно сменилось на новое. Водители в восторге. О таком качественном покрытии прежде можно было только мечтать. Все классно сделано, очень хорошо. Во всем городе город изменился. Прекрасные дороги стали. Впрочем, не все так прекрасно, как кажется на первый взгляд. Дорогу отремонтировали, установили водоотводы и бордюры. Но восстановить придорожный тротуар забыли. Прохожие жалуются, по обломкам плит ходить просто невозможно. Неровно сделано. Тротуары, опять же, это что? Хотя бы залили тогда, плитку убрали. Если здесь пойти ночью, то можно ногу сломать. Единственное, что сейчас требуется, зная, что это восстановить рельеф, прилегающий к тротуару, да. Если где-то есть там остатки строительного мусора, это значит, естественно, надо убрать, почистить. Не менее опасная ситуация подстерегает читинцев и на пересечении улиц Каханского и Шилова. Здесь отсутствуют пешеходные переходы. До ближайшей зебры далеко, люди обеспокоены. Ежедневно им приходится рисковать жизнью, пересекая дорогу в неположенном месте. Это мне что, вон туда идти? Вы так считаете? Чтобы обезопасить читинцев, на дорожное покрытие решено было нанести специальную разметку. Островок безопасности, который обещал стать защитой для горожан, превратился в смертельный айсберг. Водители в попытке преодолеть большое скопление машин вынуждены выезжать навстречу другим, зачастую не минуя и запретные островки. Аварии на перекрестке давно не редкость. Большое движение здесь практически нерегулируемый. Нерегулируемая развязка, поэтому здесь очень опасно переходить дорогу. Она мешает, да, для разворота и ограничивает движение. Я думаю, что вот ее надо убрать. В ГИБДД уверены, разметка нанесена правильно и соответствует требованиям. Виноваты водители, которые не следят за изменениями в правилах дорожного движения. Сотрудниками дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по городу Чите проведено обследование участка улично-дорожной сети в границах перекрестка улиц Шилова-Каханского на предмет соответствия нанесения горизонтальной дорожной разметки требованиям нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения. По результатам обследования установлено, что данная разметка соответствует требованиям государственных стандартов, а также проекту организации дорожного движения по городу Чите. В городских дорогах отмечают, установка пешеходных переходов в ближайшее время не произойдет. На маленьком участке дороги обилие разметок только мешает, поэтому читинцам придется смириться. Дарья Юринская, Никоновок, Дмитрий Пенигин и Николай Шунков, ЗапТВ.